Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру, которая называется «Безумные монстры». И я получил 6-й уровень, и открылась у нас компания, 2-й уровень ее. Так, осколочная граната, молот Тора у нас, жгучий улей. Замечательно, и я смотрю, что у нас, ребята, появился тут новый монстрик. Блин, не могу улучшить, жаль, конечно. Усилителей пока у меня тоже нету. Так, это мы пока не будем трогать приключения. Давайте, наверное, будем разбирать компанию. Кто у нас такой новенький? Вы сами прекрасно видите, какой-то в скафандре чудило. Сейчас мы будем его лицезреть. Так, мои ребята на изготовке. Кто это такой? Новый монстр. Осьминог. Это, оказывается, осьминог у нас. Так, ладушки. Осьминог-убийца. Наносит 148 урона. Отступает на заднюю позицию. Понятно. А что за способность? Чернила. Скрывает прогресс всех способностей. Вот так вот, ребятушки. Так что давайте приступать. Начинаем, как обычно, с гранатки. Меняем. И давайте разбирать этого осьминога, так как он убийца. И, соответственно, у него очень будет большой дамаг. И при всем при этом не забываем, ребята, что он в любой момент может отступить. Так что надо быть с этим аккуратненько. Давайте заморозим. Отлично, прямо на него. Все, добиваем его, наверное, с вами. Вот так, отлично. Так, ну что, ребята, давайте теперь мы разберем этого мухомора, потому что он у нас хилит, а нам это не нужно. Да елки-палки, смотрите, отхилил сам себя. Давайте, давайте, вот так вот. Пускай горит пока, потихонечку. Блин, мне бы лук. Во. Опа, опа, отлично. Все, и я думаю, что сейчас мы гранаткой и добьем их всех. Нет, не добьем, ребята. Этот башенка подхилился. Ладно, все, сейчас мы его разберем. Ну, жри улей, гад. Отлично, опять тут осьминог. Также у нас тролль и слизнюк. Все, разбомбим сейчас всех тут в хлам. Так, слизнюк, вот ты мне и попался. Отличненько, гори. Гори в аду. Так, а ты что тут окопался, тролль? По идее, ты мне тут нафиг не нужен, но я не могу от тебя избавиться в данный момент. На, выкуси гранату. Замечательно, улей. Жри там осьминог. Так, давайте мы... Блин, нету, нету, ребятушки, у меня шара. Не могу сменить позицию, вот. Вот он, шарик. И теперь добиваем осьминога. Да что ты будешь делать-то? Как ты вовремя, а, тролль? Ты запарил на самом деле. Выкуси, гад. Так, что мне нужно? Давайте, наверное, вот так вот сделаем. Ха, добили его заморозкой, этим холодильником. И жгем. Все, последняя волна, ребята, третья. Начинаем с арбалета. Шикарно, меняем. Надо нам убивать вот этого вот гоблина. Черт, он крепкий парень, однако. Ну ничего, недолго ему тут плясать. Вот так вот. И теперь давайте, наверное, мы сейчас заморозку. Да, вот так вот будет лучше. Хотел вначале лук, но нет. Так, арбалет, арбалет. Добиваем. Шикандос. Теперь меняем и убиваем этого осьминога. Давай, вот так вот. Отлично, просто замечательно. Улей, пускаем, горит у нас. И теперь у нас... Давайте заморозим его. Все. И будем уже потихоньку его расстреливать. Давай, давай, арбалет, быстрее копись. Ну что, ребята, бинго. Мы прошли с вами этот уровень. Причем довольно неплохо, я считаю. Получаем с вами 99 пробирок. И сундучок еще при этом. Хорошо. Первую, как говорится, миссию мы прошли. Давайте-ка мы ускорим, посмотрим, что нам здесь достанется. Ой, топоры дровосека. О, а вот жаба войны, это хорошо. Этого паренька нам нужно с вами усилить. Давайте-ка вот так вот. Усиление первой способности 218. Это очень хорошо. Также мы можем с вами... Так, молот Тора. О, даже два раза. Три раза можем улучшить. Давайте сделаем. Общий урон 330. Это довольно хорошо, ребята. Очень замечательно. Поэтому это я здесь менять ничего не будем. Давайте продолжим. Вторая волна, так сказать. А здесь их елки-палки, нифига тут. Да, придется поразвлечься нам сегодня, малька. Безумные монстры. Ну что ж, приступаем. Вы не забывайте, что мы, ребята, играем с вами за медведя. Так сказать, хозяин леса. И тут, видите ли, у нас вторглись всякие безумные монстры. Не знаю, зачем они это сделали. Но я думаю, что они об этом пожалеют. Здорово, Робин Гуд. Как жизнь молодая. Давай-ка я в тебя шмаль... Ах ты, ты посмотри, что делает, а? Тролль вот как вот чувствует, когда ему нужно подмениться, а? Фея чертова. Блин, на него слизнюк еще и защиту поставил.
Эх, у меня нету пестицидов, к сожалению, ребята. Ладно, ну, хотя бы осьминога добили, это уже хорошо. Сейчас мы этого слизнючка с вами. Вот так, пускай горит еще при этом. И давайте, наверное, будем его молотка. Ох ты, ёх ж ты. Ну как так-то, а? Подстава, ребята, подстава. Хорошо, что у меня есть улей для этих случаев. И пускай он там горит себе потихоньку, слизнюк. Все, ребята, я думаю, сейчас достаточно и гранаты будет. Давайте-ка, да, бросаем. Все, вторая волна пошла. Расстреливаем этих охламонов. Давайте, наверное, сменим. И я вот хочу вот этого гоблина разнести в хлам. Он не мешает, нервирует. Причем он у нас неплохо критует. Так-так-так-так-так. Ну давай-давай быстрее, дробаш. Так, ну он должен, по идее, сгореть, ребята. Должен. Ай, блин, пока дождешься. Хорошо, ульем добили. Раз не захотел так. Давайте из звука теперь. Все, шикандос. И давайте заморозку, фиг с ним. Отлично, хорошо. Меняем и убиваем сейчас осьминога. Ну, давай, молотки. Все. Теперь мы этого поганого маленького древесного чучела убиваем. Шикандос. Сейчас он еще подгорит, малька. Давайте улей в него еще. Все. Ну, так вот сделаем. Замечательно. Меняем и молотками его приголубливаем. Все, сейчас я еще из дробаша пальну по нему. Он горит. Он, по идее, должен сгореть, ребята. Все. Ну, этот уродец окопался, как обычно, тролль. Сейчас мы... Вот так, заморозку. Шикарно. Теперь молотками будем... Блин! Осьминог отхилился, а? Вот это плохо. Хотя он сейчас сгорит. Подхила больше здесь нету, ребята. Все, остался у нас только лишь тролль. Ну, он у нас жирный. Блин, а у нас хпшек-то. Ёлки-палки. Нет, должны успеть. Мне бы только дождаться своего арбалета. Вот так вот. Бинго, ребята. Прошли мы с вами еще одну миссию. Так, получаем сколько? 99 опять пробирок. Так, и сундучок еще один. Ну ладно, давайте, наверное, с вами посмотрим, сколько карт дадут нам. Две, ну что так мало-то, а? О, огненный дробовик, мы можем с вами его улучшить. Так, давайте это сделаем, отлично. Также дискошар мы можем улучшить. Да, все будем делать, ребята. Нам это все пригодится, обязательно. Ну что же, наверное, будем с вами приступать к третьей миссии. Ну, здесь пока мы ничего трогать не будем. А из нужного нам мы улучшить уже ничего не можем. Ладно, так, приключения нам пока не нужны, хотя здесь у нас задание. Ага, смотрите-ка, у нас готов сундучок, забираем его. Это, ребята, отдельная будет тема по поводу вот этой вот приключенческой ветки. Я вам расскажу, для чего она нужна. Но не в этой, пожалуй, серии. Так, мы еще раз можем с вами улучшить арбалет, дискошар и кролик Дэвид у нас попадает под улучшение. Оу. Вот это я хорошо вскрыл, да, ребята? Давайте мы обязательно сейчас все это с вами сделаем. Нифига, общий урон 900. Так, кролик, что у тебя там? Так, на 60, ладно, тоже пойдет. И дискошар у нас еще можно улучшить. Я А, нет, у нас не хватает, ребята, пробирок этих. Ладно, ну и на этом пока спасибо. Так, что здесь у нас? А, мы получили очередное задание, да? Победить в ледяных пустошах 8 раз. Нет, это как-нибудь потом. Ну что же, давайте тогда мокрый переулок у нас миссия называется. Естественно, пойдем сейчас в бой накумаривать. Мой мишка в ярости. Блин, я хочу, кстати, себе новых вот этих вот помощников. У меня только жаба и кролик. Так, приступаем. Выпустите, как говорится, гранату. И мне нужен арбалет. Отлично, все. Так-так-так, что у нас откатывается? Давай, улей. Ха, сгорела осьминожка. Причем так быстро. Ватный он все-таки оказывается. Давай-давай-давай-давай, меняем. И... Так вот, о, хорошо, как раз под пестициды. Нормуль, мне понравилось, что ты так сделал. Давай, молоток, молоток. Вот так вот. Шикандос. Так, мне бы... Давай ульев бросим. Я хотел заморозку вначале, но фиг с ним. А вот теперь можно и заморозить. Хе-хе, башня готова, ребята. Остался лишь слизнюк, которого мы тут же сейчас и убиваем. Все. Так, вторая волна у нас, ребята. Как обычно, с арбалета. Меняем. А теперь давайте, наверное, вот так вот сделаем. Улей бросаем. Как раз на муху. Хорошо, что на нее. Один готов у нас. И теперь мы берем муху в оборот. Все, сейчас она, по идее, сгорит у нас потихоньку. Так, этот тролль меня там нервирует, честно говоря.
Поэтому сейчас он получит свое, ребята. Так, отлично. Так, давайте, наверное, поджарим маленько. И хоть... давай улей ему в рот. Вот так вот. И теперь заморозочку. Все, ребята, он наш полностью. Мы его теперь можем разбирать как хотим. И третья волна. Бомбим из арбалета. Так, ждем гранату, ребята. Вот так вот, шикарно. В принципе, сейчас можно вот этого вот мухомора и разобрать. Давайте пестицидами, отлично. Да что ты будешь делать? Окопался опять. Ах, у меня нету, ребята, нету пестицидов, чтобы снять эту фигню. Придется делать тогда вот так. Блин, все равно маленький дамаг. Вот, убираем, меняем. И, наверное, будем добивать с вами осьминога. Готов, все. Остался лишь тролль, который, в принципе, он жирный. У него небольшой дамаг. И я думаю, что он сейчас пожалеет об этом, что он здесь вообще остался живой. Все, ребята, отлично. Еще одна миссия у нас пройдена. 99 пробирок, а они как раз нам нужны будут. Все, замечательно. Ох ты, а это что такое у нас? Смотрите-ка. Новый вид оружия мы получим, если пройдем внеземного осьминога. Прикольно. Так, ребята, мы и активировались. Ой, я забыл, по-моему, можно было кого-то там апнуть. Ладно, потом. Начинаем, как говорится, разборки. Ух, не повезло тебе, слизнюк. Выкуси. Понадевал-то двое очков себе на харю. Так, осьминог, гори пока потихоньку. Заморозка, заморозка. Гранату, давайте гранату. Вот так вот, отлично. Так, ну слизнюк, ты будешь сгорать или нет? Все, сгорел на работе, парнишка. Теперь нам осталось шваркнуть только осьминога. Да, в принципе, с этим никаких проблем не будет. Давайте его молотками сейчас торовскими забьем до смерти. И улей для начала. Теперь, наверное, можно заморозочку сделать вполне. И будем уже потихоньку его разбирать. На, молотками. Так, давайте арбалет дождемся. И да-да-да, ребят, мы его добиваем. Очередные монстрики прибыли. Меняем. Мне нужно дотянуться вот до этого осьминога. Шикарно все. Так, давайте шмальнем в него разочек. Все, пускай он сейчас горит. Ах ты, ах ты, что делаешь, тролюха. Блин. Давай так, о, хорошо, как раз, блин, на этого осьминога попало у нас ульем. Все, он там сгорел у нас, вообще отлично. Так, меняем и будем уже разбирать вот этого вот мухомора. Потому что вы знаете прекрасно, что он отхиливает. А мне это не нравится, как это шваль тут хилит кого-то. Все, опять остался у нас только тролль. Я бы назвал бы тролль-бомж, потому что у него прикид такой. И мы его будем сейчас разбирать. Выкуси гранату. Ну, сгорай уже давай. Не захотел, но получил. Воу, биологический мусор уничтожить, ха-ха-ха. Да ты что? Ну давай посмотрим, что ты себя представляешь. Космический, блин, супер-пупер осьминог. Так, давайте поменяем. Мне нужно уничтожить слизняка, по идее, да? Но в то же время мухоморту... Что там делать, я не понял. Что ты там чудишь, эй? Так, осьминожек. Осьминожек, давай, слизнюк. Да что ж ты такой крепкий-то, а? Оу, нет, нет, пестициды обязательно. Так, давай, 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 граната, давай. Вот так вот. Нормуль у нас получилось. Все, осталось чуть-чуть. Нужно добить мухомора. Да-да-да, именно вот так, ребята. Отличненько. Теперь слизнюк. Выкуси, гаденыш. Ну что, осьминог, давай теперь посмотрим, кто кого. Сделаем заморозку для него. Ой, у меня очень мало хп, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай быстрее, быстрее. Так, улей пускай горит. Как можно больше на него статов этих всяких повесить плохих. Арбалет, ну. Так, так, и... успею, нет? Ну, давай, отлично, есть, ребята. Завалили мы с вами этого космического осьминога. Естественно, нам сейчас дадут новый вид оружия. Ух ты, еще и сундук шикарный. Давайте мы его, наверное, откроем за 30 рубинов. 8 карт, неплохо, вот они, УЗИ. Потом посмотрим их. Так, огненный дробовик, отлично просто. Осколочная граната. Так, пестициды. Холодильник. Молот Тора и жгучий улей. Так, жгучий улей мы можем с вами улучшить. О, и большая бомба, усилитель. Хе-хе. Так, давайте-ка. Перетаскивать карты все время так неудобно. Вот тебе еще парочка пустых сетов для составления колод. Да ты что? Тут ты можешь создавать альтернативную колоду, не руша старую. Да, это, конечно, все хорошо, но я буду вот здесь вот. УЗИ, давайте-ка мы его улучшим. И у нас получается общий урон 246.
За удар 41 отнимает. Всего 6 ударов. Ха, неплохо, кстати. Давайте-ка мы их возьмем с вами. Вот только вместо чего? Давайте вместо... вместо улья, наверное, да, возьмем? Попробуем. Или же нам лучше поменять гранату. Ну, гранаты массовый урон. Давайте, короче, вместо улья поставим, попробуем. Если что, в любой момент мы можем поменять с вами. Так, и у нас открывается вторая глава. Воскресшие. Ого. Уровень монстров 7, ребята. Несмотря на то, что я 6 уровня только. Ха. Поехали. Так, активируются мои братки лесные. Так, что это у нас такое? Новый монстр. Вот даже как. Зомби, ребята. Это оказывается зомби. Вот оно что. Защитник он. Наносит 76 урона и перемещается вперед. Возрождается после смерти, если есть живые монстры. Вот это вот зашибись просто. Офигеть, значит, его убивать в первую очередь нет никакого смысла. Надо всегда убивать дальних. Давайте, наверное, заморозку. Так, отлично, слизнюк у нас попал под раздачу, арбалет. Все пока хорошо, меняем, ребята, меняем местами. И разбиваем этого слизнюка. Ах ты чмо, ты посмотри. Ай-яй-яй-яй-яй, зомбарь, значит, имеет способность прыгать вперед. Я про это и забыл. Так, давай арбалет. Опа, опа, отлично. Осьминог сейчас сдохнет у нас, пестицидами сейчас вот этого гада затравим. Меняем. И оглушаем осьминога. Готов, вот, а теперь уже можно разбирать этого зомбаря. Ух ты, козырные узики. Мне понравились. Так, опять этот гад тут впереди, а? Да, тут надо как-то, ребята, менять. Менять его нет смысла просто-напросто в первую очередь убивать. Вы сами понимаете, что он будет воскрешаться. А зачем нам это нужно? Так, гоблин. Гоблин готов. Так, у нас тут скелет с гитарой. Да что ты будешь делать-то? Все время этот... все карты не сбивает, гад. Ладно, хорошо. Что у нас так все получилось? Давайте вот так. Сейчас мы его заморозим, и все, он практически наш. У него очень мало хп, поэтому пестициды и, думаю, о, молотки, как раз, отлично, прошли. Очередная волна у нас, поехали разбираться с ними. Так, УЗИ наготове. Ха-ха. Ну что, гоблин, не ожидал такого, да? Так, давай. Вот так вот, нюхни пороху, гаденыш, блин. Сейчас этот зомбарь прыгнет, наверняка, я больше чем уверен. Так и есть, смотрите, а. Чмошник. Ладно, заморозка, она нафиг нам не нужна именно на нем-то, блин. Ну, бомба, твой выход. Отлично, вообще офигенно жарит, ребята, мы прошли этот уровень. Ну, бомбу мне пришлось, ребята, сделать, потому что очень мало хп было, я бы не выдержал их. Они меня там быстро расписали. Так, ладно, что мы можем улучшить? Мы можем диско-шар с вами улучшить. Делаем это. Улей, блин, я не знаю. Нет, давайте пока, наверное, оставим мы все-таки эти УЗИшки. Я еще их потенциал полностью не раскрыл. Но я думаю, что здесь недолго осталось нам этого ждать. Так, братки активировались. И кто у нас тут? Ага. Вся та же самая шайка-лейка. Хорошо, давайте мы тогда начнем, наверное, вот так вот. Осьминог мне не нравится. Во-первых, он скрывает статы. Я их не вижу, мне это нервирует. Ну... блин, ну все, гад. Ах ты чмошник мелкий, а. Подхиливает, и тут еще зомбарь меняется местами. Ладно, давайте из арбалета швартну. Ай-яй-яй, немножко не добил. Немножечко, граната, давай быстрее, ну. Опа. Бинго. Так, а теперь вот этим охламоном займемся. Гори, гаденыш. И изузи тебе. Все. Очередные братки у нас тут выскочили. Нет, вот арбалет мне очень нравится. Хороший у него дамаг. И причем по задним именно целям. Это очень большой плюс. Так, 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 давай, давай. Давай так сделаем, фиг с ним. Пока эту гранату дождешься. Да что ж такое, его хилят и хилят. Блин. Да, о, хотя бы так. Холодильник свое дело сделал. Так, ты мне здесь нафиг не нужен. Так, давай вот так из УЗИ. Молотками его сейчас. А, он отхиливается, гаденыш, блин. Давай с дробовика. Так, и я думаю, что пора его добивать, ребята. Бинго. Так, ну что, зомби, давай поговорим с попугаем на плече. Все, ты наш. В заморозке ты практически беспомощен.
Последняя, ребята, волна. Думаю, сейчас мы с ней справимся. Так, давайте слизнючка сюда поближе к нам. Нам нужно его быстрее разобрать, пока этот зомби не поменялся с ним местами. Ну, холодильник, блин, не на того, конечно. Ну ладно, фиг с ним. А вот он и поменялся местами. Ладно, арбалетик. Сразу две цели, шикарно. Теперь пестициды, снимаем защиту и разбираем этого зомбика. Давай, да что ты тут прыгаешь-то, охламон. Вот, все, он наш, сгорел. Ух, какая напряженная игра, ребят. Так, 144 листика мы получили, это хорошо, нам на апгрейд это понадобится. Мы с вами продвигаемся дальше. Вот, открылось у нас. Ну что же, давайте, наверное, потихонечку будем приступать. Ага, так, отличненько. Поехали! Да-да-да-да, я понял, что вы активировались. Кто тут у нас? Ну, в принципе, вся та же самая братва, что и была до этого. Нет, нам не нужно его добивать, ребята, ни в коем случае этого зомби. Давайте вот так вот с вами поменяемся. И получи, гаденыш. Блин, как бы сделать, чтобы у меня быстрее энергия копилась, а? Прям аж нервирует, если честно. Ну, где-то мой арбалет. Давай быстрее копись, я хочу этого гоблина убить. О, отлично, критануло, замечательно просто. Ну что, давайте мухомора разбирать. Так, он подхиливает. А, ладно, зомбаря фиг с ним. Так, ай-яй-яй, поменялся как не вовремя. Блин, ты смотри-ка. Вот он, ребята, как действует воскрешение. Блин, мне и не поменять местами-то их. Хотя уже и не нужно. Давайте разбирать уже этого зомбика. Так, давай молотки. Молот Тора. Так, и дробовик. Нет, надо еще что-то сделать, чтобы он... Вот так вот, добили. Так, опять зомби, мертвец, слизнюк. В общем, вся эта братва. Узи, узи, мне нужны узи, отлично. Так, теперь дробовик. Шмаляем, замечательно. Меняем, ребят, местами, мне нужно вот этого скелета убить, потому что он у нас критует. Так, 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 давай, так. Ох, как раз на него, замечательно. Да что ты будешь делать, зомби, вали отсюда, а. Блин, еще и под защитой. Не добили. Так, вот так сделаем. И что можем сделать? Давай арбалет. Двоих должны снести. Так и есть. Все, зомби полностью наш. Хе-хе. Извини, браток, ты последний выживший. Сейчас мы будем тебя тут курочить. Ну, два выстрела. Тынь, тынь, готов. Так, сомбреро выбежал тут, хорошо. Начнем вот с этого дуралея. Так, поджарим его малька. Блин, арбалет, 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 нет. Нет, давай вот так вот делаем. Узи, у нас узи есть. Блин, да что ж такое, отхиливается гаденыш, а? Блин, ладно, нужен арбалет. Все, мухомор свое доигрался. А теперь будем разбирать осьминога. Тут уж извини, братуха. Ты сам нарвался. Так, давай дробовиком. И я думаю, с него хватит. Нет, еще выжил. Да что ж такое-то, а? Меняется как хотят. Так, арбалет. Чунь, чунь, зашибись. Все, ребят, нам осталось только этого гада заморозить, и он полностью наш. Давайте, наверное, вот, молот Тора. Ух, отлично. Проходим просто на одном дыхании, ребята. 88 листиков я получил, плюс еще сундучок. Ох, ядре... Оу, ГЦ, ребята, мы получаем с вами 7-й уровень. Поздравляю нас. Ну что же... Давайте немножко, наверное, с вами можем? Нет, к сожалению, ничего мы не можем улучшить. Жаль. Ну и что это за хламон у нас такой? Смотритель. Угу. Блин, а у меня нет места под сундуки, ребята. Давайте мы с вами что-нибудь, наверное, вскроем. Давайте вот этот вот за 18 рубинов. Потому что с босса выпадет сундук, если мы его завалим. Так, граната. Жалко, что мы ее не можем апнуть. И жаба там совсем немножко осталось, чтобы ее прапать. Ну-ка, давай-ка еще разок посмотрим, может, что выпадет. Во! Жаба войны. Ух ты, и кролик Дэвид. А ну-ка. Усиление способности 240, отлично. И здесь 67. Ну что же, я вполне доволен. А теперь можно приступать и к смотрителю. О, была, не была, как говорится. Это босс, ребята, все-таки. Очередной. Но... Так, пока его нет, он, наверное, будет, как обычно, в конце в самом. Меняем местами. Давай из узи приголубим его. Так, молот Тора. Отлично.
Так, давайте его, наверное, набьем, этого гоблинца. Черт, ну сгорит и уже, а. Нет, все-таки он получает подхил, а. Ты посмотри, этот мухомор достал уже. Что ты пляшешь-то, а? Все, доплясался? Ну вот, мухомор, я до тебя и добрался. Сейчас ты узнаешь гнев медведя. Так, замечательно. И молотками мы его добьем. Да ты посмотри, он все время хилится. И все время в неподходящем, еще и зомби. А, все, мухомор, короче, распечатан по полной программе. Так, у нас остался дед зомбарь. Ну, я думаю, сейчас мы его, в принципе, разберем. Нет, не добили. Ну, молотки нам в помощь. Так, вторая волна, ребята. Закусите гранатой. Теперь у нас обмен. Хорошо, того заморозили. Ладно, ребят, нам нужно сейчас разбирать вот этого вот мухоморчика. Пока он... Нет, у него отхил копится-копится. И сейчас будет хилить. Сам себя, наверное, да? Точно. Так и есть. Блин. Дед, ты достал уже. Ну, в самом деле. Или пират. Нет, он пират. Зомби-пират. Давай, 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 давай. Давай гранату. Вот так вот. Блин, не добил малька. Всего чуть-чуть не хватило. Ну, какого лешего? Как так? Блин, зомби ты достал. На самом деле это уже обмениваться тут местами, а? Ну-ка. Блин, я даже не знаю. Давайте, придется его убить тогда. Че? Граната, граната. Мне нужна срочно граната, ребята. Бросаем. Шикандос. Блин, зомбарь встает. Ладно, фиг с ним. Шара у меня нету. Мне нужно убить осьминога. Так, арбалет. Нам в помощь. Так, все отлично здесь у нас получилось хорошо. Давайте добивать вот этого вот зомбаря. Но один недостаток, ребята, очень мало хп. Плюс еще сейчас будет босс. Не знаю, справимся. Вот. А ты знал, что я самый живучий монстр по версии журнала «Сила негодяя»? Нет, я не знал. Да и знать не хочу, буду. Ёлки-палки, у него очень много хп. Черт подери. Ладно, давайте разберем этого гоблина. Ух, гоблин оказался со сумком. Так, давай, давай. Я думал, что попаду по слизняку, но нифига. Так, давайте из арбалета. Да ё-моё, ну. Так, а вот теперь из арбалета. Нормуль. Да-да, 206 хпшек, ребята. Да что ты будешь делать-то, а? Ну ты посмотри, что творит. Блин, у меня 42 хп. Навряд ли, ребята, у нас, конечно, получится забомбить это все. Нет, не получается. Разбирает, гад. Хорошо, ладно. Давайте тогда еще попыточку с вами предпримем. Тут нам нужно как можно быстрее разобрать первые две волны, чтобы больше хп у нас осталось. Так, поехали. Старик хренов. Так, получил, гаденыш. Давайте из арбалета. Блин, не критует, ребята, не критует у меня арбалет. Черт побери, давай заморозим. Кого у нас заморозили? Ага, зомби. Вот как раз вот об этом я и мечтал, чтобы он опять воскрес. Блин, да где шар-то, который мне нужен? Вот он, наконец-то. Так, ладно, гоблин, давай мы начнем с тебя потихоньку. Ну, так, готов. Мухомор у нас следующий. Давайте-ка его из дробовичка вначале. Так, что у нас? Блин, опять поменялись. Ладно, арбалет, арбалет. Нет, не добили, черт подери. Хорошо, давайте гранату тогда сейчас пустим. Отлично, вот сейчас все было хорошо. Так, заморозка. Добили. Вторая волна, ребята, у нас здесь. Все пока под контролем, но это пока. Давайте-ка попробуем разобрать мухомора, лишь бы не подхилился, а. Отлично, не успел. Ну что же, и осьминог, осьминог, осьминог. Давай вот так тебе для начала. Теперь попробуем заморозить. Ну, отлично, все вообще великолепно идет, ребята. Давайте разбирать вот этого скелета. У нас хп пока нормуль. Так, так. И 176 у него остается. Добиваем, все. Ну что же, у нас тут босс опять. Попробуем его разобрать. У нас где-то, ну, нормально пока с жизнями все. Давайте попробуем вот так вот. Заморозочка, отлично сработала. Так, меняем, гоблин. Надо тебя снести, ты у нас дамагер. Нам нафиг это не нужно. Ну, 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 давай. Да что ты будешь делать-то? Ну, ё-моё, блин. Только хотел, думал, сейчас гоблина добью, но не получилось. Да, и арбалет мой не критует. Так, ладно, хорошо. Не добило даже гранаты их. Что ты... Блин. Ёлки-палки, у меня нет шара, ребят. Я не могу... Не могу его поменять. Есть, вот он, шар. Так, давайте здесь... Нет, ребят, тут уже бесполезно. Вы посмотрите, у меня... 195 хп... 31, тут у нас никак не выйдет. Не смогу я их победить.
Тут уже все, можем на полном расслабоне. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся обязательно с вами в следующей серии. Я как раз подкачаюсь маленько и наваляем этому зомбарю люлей. А на этом все, всем пока, до скорого.